Алло, добрый вечер, слушаем вас. Алло. Да. Алло. Вы меня слушаете? Да, да, вас. Меня слушаете. Батюшка Дмитрий, простите меня ради Христа. Я 2 года звоню и к вам не могу никак не дозвониться. Меня вас интересует вопрос, что такое за секта мормонов. У меня у брата жена попала в эту секту. И с дочкой, и теперь вот брат ходит один и не может ничего сделать. Секта американского происхождения, их центр находится в городе Солт-Лейк-Сити, в котором проходила Олимпиада. Я не специалист по этой секте, не могу сказать конкретно, в чем заключается учение, только отдельные такие моменты. Вот у них есть такая книга «Мормона», которую они считают за священное писание, которое, конечно, во многом противоречит самому священному писанию. Вот. На заре своей деятельности у мормонов было очень развито, допустим, многоженство. Вот. Секта совершенно не христианская, все признаки тоталитарной секты там присутствуют, то есть осуществляется контроль за сознанием их адептов. Поэтому то, что человек попал в эту секту, это, конечно, и для этого человека, и для всей его семьи большое несчастье. Очень вам сочувствую.